Поздравляем всех с праздником. Новый декор. Так вот. Погода хмурая за окном. В наглую каждое утро будет хозяина. Каждое утро. Такая вот у нас бурбулеточка. Туда отнес. Или в беседке. Так, лапы, лапы, стой. Лапы вытирай. В баню убиралась на днях. 5 часов без остановки. О, уже ружье достали, пора мух убивать. Они работают? Нет. Мне вот эта муха не дает спать. Которая в этой будке живет. Ну что тебе дать? Что она? А в какао? У нас вот здесь вторая половина дня всегда солнечная. И приходится вот закрывать. Всем привет. Всем привет! Сегодня светлый праздник Пасхи. Поздравляем всех с праздником. Христос воскресе! Воистину воскресе! Желаем всем благополучия в жизни, в семьях, здоровья, мира и добра. Да. А мы садимся завтракать по нашим, как это, традициям, по нашим обычаям. Вчера вот покрасила такую красоту. Сделала такие какие-то... Впервые в жизни у меня такие кулички получились, тяп-ляп. Ну, будем пробовать, да? Угу. Яйца, кстати, краска аккуратно, очень она это красится. Да, почему-то я не знаю, с чем это связано. Я в интернете... Она съедобная краска? Да, она пищевая. Я в интернете же увидела, как что делать. Давай желтенькое бери, желтых много, Вать. Синюю. Биться. Ну, давай. Ты первый? А что ты? Подожди, я вот так, давай. Зачем я это разобью? Давай равноценными вместе. Ура, 1-0, теперь я, да? Попками теперь. Ты держи, я буду бить. Ну, давай. Как там бить-то надо, я уже забыла. Меня опять так. Ура, я выиграла! Победа за мной. Так, предлагаю расстелить салфеточку в тарелку, чтобы не это, не испачкать. Почистить яйцо. Ой, у нас, кстати говоря... Новый декор, новые тарелочки. Вот. Сейчас покажу заодно. Синие шторочки. Голубой пледик. Вот так вот. Поменяли. А, и флаги наши висят. Погода хмурая за окном. Дождик даже, да, был? Смотрю, капли. Так накапало. Угу. Алиса, включи пасхальные песни. Посмотрим, что включит. Личный хор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Альбом «Русская Пасха». Будем слушать. Ой! Красилось, да, яйцо? Угу. Они всегда красятся почему-то. Так, а где мое выигрышное яйцо? Вот я каким билась-то? Вот этим? Желтым. Вот этим, да? Вот этим. Вот этим? Что, его обратно туда воткнула? Да. Мое яйцо победителя. Как его порезать? Ну, бери в тарелочку себе. Что-то
там не попалось ничего, да? В смысле не попалось? Ну, я хотела в разрезе показать, Вать, а ты и спрятал. Я вот же не знаю, я и спрятал. Сукаты где там не вот, попались в этом? Попались, да, Маня. Мало. Ой, ты яйцо разрезал пополам. Круто. Яйцо вот по типу пирожного картошка с шоколадной глазурью. О. К сожалению, мало сахара добавил в куличи. Это на счастье, что они не сладкие и вкусные. Да, можно с маслом их. Они... Не, они сладкие, но не приторные. Они сладкие, но не приторные. Да. Ты добавил вот прям как надо. А это мне, да, я съем. Ну, если честно, они сладкие прям. Вкусные, да? Угу. Где? Чудовище маленькое. Соня в наглую каждое утро будет хозяина. Каждое утро. В 5 утра она будет. Даже без 15:05. Как она тебя будет? Сначала лизнет в рот, а потом начинает лапой в спину. Вот так делать. По лицу? Нет, вот так делает. А, лапы. Просыпайся, да, хозяин, да, корми меня. Да, покорми меня, а потом я буду спать. И хоть отгоняю ее, хоть что, она вот как банный лис, да? Как муха, знаешь, назойливая. Назойливая. Ну что, приходится вставать ему. Все, ее покормил, и все, и она. И все, и она спит, потом довольная, до 10. А в 10 потом опять начинает. Да, забыла, наверное, что ела ночью. Нет, в 10 у нее тоже прием пищи просто маленький. То есть она ест у нас 5 раз в день, да? Угу. По чуть-чуть. Ну, кое-кто дает побольше, конечно, сразу видно. Поросенка мы из нее хотим сделать. Нет, Вать, надо поменьше. Ты... Я же тебе говорю, она кушает много, но надо поменьше давать. Часто, но помалу надо. Иди к своей мамаше. Она уже поняла, о чем речь идет, видишь? Угу. Захотелось ей, да, вкусняшку? Ну, нет, иди сам давай. А чего ей дать? Колбаску. Угу. Пойдешь вкусняшку? Бежала довольная. Когда нет Вадима, меня тоже будет. Но я так ее под одеяло прижму, говорю, ну-ка спать, говорю, лежать. Ну, там час могу ее промуржить. Но все равно она муха назойливая, не даст поспать, пока ей не накормишь. Такая вот у нас бурбулеточка. Скушала, да, Соня, уже свою вкусняшку? Сейчас пойдем глазки мыть тебе, глазки. Умываться будем. Да. Красавица моя. Хочу кофе растворимого, вредного. А оно в бане. Кто-то его туда отнес. Или в беседке. Пойду схожу. Соня, ты куда собралась? Там дождь. Ты со мной хочешь? Ну, пойдем. Господи, кто закрывается-то? О, солнышко выглянуло, Сонечка. Ой, какая лепота. Ой, какая красота. Пойдем. Пойдем до баньки сходим. Мокро. Ну, травка уже заросла. Рубашки мои.
беседке есть кофе, так что в бане пока не надо. Тут я тоже порядок навела. Коврик постелил. Так, лапы, лапы, стой. Лапы вытирай. Вытирай лапы. Кофе. В бане убиралась на днях. 5 часов без остановки. Просто баня была вся в опилках. Ну, он же лестницу Вадим делал здесь. И, соответственно, все пилил, и все стены были. Все умыло по 3 раза. Все-все. И второй этаж полностью баню отмывала. Ой, устала потом вообще. Пойдем, Сонечка? Пойдем. Пойдем домой. Кофе взяла себе. Блин, а прохладно на улице. Ветерок холодный. На солнышке хорошо, а ветер все равно. Тут что-то тоже растет. Все выкапывала, выкапывала. Да не выкопала. О, уже ружье достали, пора мух убивать. Они работают? Работает? Нет. А ты включил кнопочку? Я же тебе сказала, включи. На работу собирается работничек. Угу. Где выбрасываю? Уже мухи достали. Откуда налетели, я не знаю. Сетки еще не успели помыть, одеть. Но спать не дают, да? Мухи нам уже. Мне вот эта муха не дает спать, которая в этой будке живет. Назойливая муха, которая не кормят в 5 утра. Выходи. Будешь играть? Смотри, какая у тебя игрушка есть. Борька. Любимчик Сонин, да? Вон еще сколько у нее игрушек. Маечка. Ну что тебе дать? Что она? Что ты будешь? С чем будешь играть? Я не знаю. Лялю тебе дать? На твою лялю. На лялю. Мышонка дать? Вот еще твоя ляля, на. Надо зарядить, кстати, ружье. Но зарядка здесь. Так, все зарядки мои здесь. Не пойму. Где зарядка? Вроде здесь была заря. А, вот. Нет, не она. Неужели наверху не принесла ее сюда? Ух. Сейчас красота. Будем выкладывать. Представляешь? За собой пробку вино потянула. Я даже масло не размазал еще. С праздником, да? С праздником. Христос воскрес. Воистину воскрес. О, вот это да. Так, закусочка, главная закусочка. Ну, давайте. С праздником. С праздником.
вкусненько. А яичко не съела еще? Подожди. Картошка пирожная, да? Да. Да, я думаю, Рашиду понравится. Чего? Картошка. Картошка пирожная. Которая картошка. Да, вот да, это. Да. Я подумала, я вот то, шоколадные коржи куплю. Да, а там можно... и шоколадные можно делать. Шоколадные вот куплю, можно кедровые орешки туда еще. Любые, грецкие, да. Какие хочешь. И Рашидке картошку сделать, он же да. Любит. И вот это в какао обмакнуть, не в шоколад вот так, а в какао. Монтирую ролик и не пойму, откуда идет звук хора. А это в видеоролике, когда монтировала, Алису просила включить хор, и она его включила. Я думала, это Вадим сверху слушает хор. Алиса, стоп музыка. Алиса, главное меню. Ужас. У нас вот здесь вторая половина дня всегда солнечная. Приходится вот закрывать шторы, прятаться. Иначе очень сильно все. Еще Сонька прыгает все время там на окно, а спрыгивает, не спрыгивает и жарится. Потом сидит. Спустите меня. Ой, как-то вот так вот. Пасха у нас проходит. Ой. Уставшие мы, упаханные, отдыхаем. Вадим наверху, я монтирую ролик. Сейчас буду выпускать. Ну, это у нас перекур. Подготовка к 9 мая. Так, полегоньку, помаленьку. На этом все. Спасибо, что посмотрели видео. До новых встреч!